Ну и прекрасный шанс для Краснодара, практически вся команда. 8 человек в чужой штрафной. Подача на выходе Гордон, не играет, гол! 2-1! Один мяч сумели отыграть, и это, по-моему, автогол Анхеля. На нем сейчас концентрировано все внимание. Что ж, пожалуйста, опять стандарт. И этот стандарт, он может на сей раз поменять игру в пользу Краснодара. Все началось с гола, разыгранного с углового, мяча разыгранного с углового и гола. И вот Краснодар забивает Анхель. Ох, какая катастрофическая ошибка. Здесь недопонимание между ним и вратарем. Гордов вышел, а Анхель пробил в дальний угол. Конечно же, он этого не хотел, но так вышло. И Терек сам, в общем, на ровном месте возвращает Краснодар в игру. Грубейшая ошибка Анхеля, который до сей поры проводил очень небезупречный матч. 73-й